Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. С вами инкогнито Татьяна. Это город Днепр. И находимся мы на Европейской площади в центре города. Сейчас у нас на Европейской площади организовали предновогоднюю ярмарку. И здесь есть вот такое оригинальное поздравление Вселенной с Новым годом. Можете прочитать, что нам желает Вселенная. А на площади стоят вот такие вот киоски с двух сторон по площади, где можно купить разные вкусняшки. Здесь есть и глинтвейны, можно выпить горяченьких напитков. Есть и карамельки. И сейчас устанавливают Деда Мороза в редкие минуты, когда нет у нас дождя. Готовят площадку для селфи. Конечно же, есть здесь баварские хот-доги и есть шашлыки. А что же делать, когда идет дождь? Давайте пойдем умыться. Но когда на улице дождь, куда идти? Конечно, молодежь идет в Мост-Сити. Смотрите, сегодня сколько народа. Место для селфи симпатичное. Сегодня Дедушка Мороз фотографируется со всеми желающими. А народу-то народу. На эскалаторе смотрите сколько. Боже мой, полный эскалатор людей. Едут на второй этаж, там кафешки. Макдональдсы всякие. Есть где тут развлечься. Погулять, посмотреть витрины, полюбопытствовать, фотографироваться с Дедушкой Морозом. Отличные фотографии получаются. Смотрите-ка, он у нас приглашает. Говорит, идите, сфотографируемся вместе. И народ ему не отказывает. Сегодня в Мост-Сити живая музыка. Здесь квартет. Девочки играют очень хорошо. Молодцы. Развлекают народ. Музыка живая. Очень радует. Фонтан сегодня работает. Ну, пожалуй, как всегда. Фонтан украшения Мост-Сити. Музыка играет и играет. И девочка танцует. Интересно, кем она себя представляет. То ли снежинкой, то ли бабочкой. А может быть, она представляет себя принцессой на балу у принца. Но нам этого не понять. Зато нас радует музыка. Я вам показываю сейчас потолок Мост-Сити, стеклянный потолок. Сегодня солнца нет, и он вот так выглядит. Но в зале много подсветки. Света очень много. Новогодние иллюминации. Световое панно. И девочка танцует под музыку. Смотрите, какие яркие цвета. Радуют глаз.
когда на улице сыро, серо. И здесь можно немножко отвлечься от серости. Какие яркие краски. Смотрите, здесь много магазинов. Здесь и продукты можно купить. Можно купить обувь и одежду, ювелирные изделия, часы, косметику. В общем, каждый что-то найдет для себя. А тем более в праздничные дни здесь много народа. И каждый найдет для себя что-то хорошее, интересное. Найдет чем себя занять. Поступает фото, кто просто прогуливается, а кто отдыхает в кафе. Конечно, вся молодежь, вся в телефонах. В Мосити есть свободный Wi-Fi. Поэтому много сюда приходят